Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Не забывайте, что через 3 дня 22 часа у нас конец сезона. Ну что, задание дня, невероятное событие. Поехали посмотрим, что это у нас такое. Если вас активно смещает назад, то на выручку придет томатный механик. Оцените ее, воспользовавшись стратегической колодой ореха в доспехах «Сила перца». Сила перца? А, ну я понял. Это у нас команда на хилах. Так, а вот это уже интересно. Блин, ну давай я так, наверное, ставлю. Посмотрим. Так, первого хода у меня как бы нету, будем считать. Да и, грубо говоря, второго тоже нету, да? А нет, второй есть ход. Ну, посмотрим, что сейчас... Ага, нашел дурачка. Готов, птенчик. Так, орех. Ну что же, давай, хорошо, я согласен. А кто у него там, сумоист? Скорее всего, ребят, там сумоист. Блин. Там, скорее всего, сумоист. Ну, что же. Блин, ну он уберет же его, да? Ставить орехи эти. Ну, давай орехи поставим. Давай я поставлю орехи, посмотрим. Да, я был прав, здесь сумоист. Ну, что же. Ага. О, даже как. Парень, ты, я не понимаю, ты рассчитываешь на то, что я тебе вот так вот просто позволю сейчас... Ха. Позволю тебе тут захиляться? Нет, не позволю. Да, конечно, жалко, что... Выпал бы мне этот родничок, было бы круто, ребят. Я бы тогда прокачал бы вот эти перцы, будь здоров. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что же сделать-то? Ну, если я даже поставлю сюда, это мне... То есть томат мне, получается, никак не выручить, да? Ну ладно, раз не выручить, что ж поделаешь, ребят. Да зачем мне вот эти две ягоды-то, твою же налево, блин, ну вы что, серьезно что ли? И что вы мне прикажете с ними делать? Ты посмотри, что делает, а? Я в шоке. Что мне толку? Вот скажи мне, вот толку вот от этого барахла. Давай, родник. Родник он дал. Ну что, потом перцы, ребята. Выставляем перцы тогда, получается. Три штуки и отхил. Поехали. Ну, вот так вот. Только зачем мне вот эти ягоды, блин? Я ума не привожу, ребят. Так, сейчас мы хлебнемся, еще прокачаемся чуть-чуть. Понятное дело, начинает психовать, лютовать. О, это не есть гуд. Совсем не есть гуд, ребят.
Да. А тут пробьет он меня, получается. Хила нам не видать. Бургер, да, значит, говоришь? Значит, говоришь, бургер. Глянем. Доборы, да? Ну, ему кранты, по-моему, ребят, сейчас будут. Да. Ему кранты. Спортивная колода ему здесь не помогла вообще никак. Ну и прекрасно. Так, ну что, у нас ежедневное задание. Выиграйте игру взрывоцветным растением героем. Нанесите 20 единиц урона героем Цитроном. И разыграйте 2 растения на воде. Так, ну что же, я попробую сыграть за Цитрона, ребят. Получится, не получится, я не знаю. Тьфу ты, Цитрон же это. Ну, во-первых, нужно... Я не знаю. Так, подожди, надо создать какую-то колоду, что ли, нормальную, более-менее. Так, давай мы, наверное, вот это все удалим. Слишком много левака всякого, которого мне не нужно. Попробуем сейчас. Колода. В принципе, можно... На воде, да, 2 растения, сказать там. Можно попробовать... А он у меня что, только один, что ли? Ну, вот так, допустим. Раз, два. Так, раз, два. Возьмем, наверное, этого. Сделаем так. Сделаем так. Так. Хапаем все, что не попадя, да? Хапаем все, что не попадя. Конечно, хотелось бы этого взять, но... Успей, как говорится, его еще использовать. Так-с. Интересно, как это у меня колода. Давай возьмем все-таки этих, наверное, чуть-чуть. Крокодильчика возьмем. По идее, нам нужно еще взять могилы, могилоедов. На всякий, ребят, пожарный. На всякий, так сказать, пожарный. Заплатку, что ли, взять еще? Вот этого можно было бы, конечно, взять. А потом разыграть через команду. Попробуем такой вот командой. Специфической, на самом деле, для меня даже. Потому что там ни два, ни полтора. Очень много 1-1, и в то же время кактусы, ну как ты понимаешь, да, не особо хорошо пойдет. Так, заплатку берем. Вот вроде бы все хорошо, да? Но первого хода нету. А разгром, скорее всего, на гаргантюахах будет играть. Скорее всего. И это плохо. Безумие ставит. Я ландшафт это не взял, по-моему, да, ребята? Я ландшафт не взял. Ну ладно, посмотрим, как он сейчас сюда поставит. С этим, со своим безумием. О, как. Можно его наказать. Слушай, спортивная колода. Ладно, пускай стоит. Пускай стоит. Блин, а вдруг у него
Черт его знает, есть ли у него этот... Ну, ты понял, да, о чем я? Валун или нету? Вот как ты думаешь, есть у него валун или нету? Давай я поставим так. Вот интересно мне узнать. Он наверняка хотел валунчик, ребята, применить. Блин, я же ландшафты не взял, ну действительно, а? Ладно. Нам бы продержаться чуть-чуть. У нас есть... О! Так, допустим. Ну что ж, допустим. Он сделал так. Блин, ну как лучше сделать-то, а? Как же лучше сделать? Блин, я даже не знаю, ребят. Бомбануть здесь. Да, и... И вот так вот поставить, что ли? Ну и что это выпало, блин, мне? Сейчас у него, естественно, ребята... О, вирус. Угу. Так, ну что, мы 7 в лицо получаем. Ты видишь, да? Ну, естественно, я ее уничтожу через вот это вот, понятное дело. Ну, и чего? Ага, вот так вот даже. Допустим. Ну, 2-2, правда, он будет. Сколько он там делает? Минус 2, минус 2. Минус 2, минус 2. С ландшафтами, конечно, ребята, беда получилась самая настоящая. С ландшафтами, конечно, я промахнулся. Ну что я могу сделать здесь? Так, ну и кого он там возьмет? 3-4, что ли? В принципе, мне... Пускай берет. А, 3-5. А, 4-5 у него, я же забыл совсем. О, даже как. Ну давай, хорошо. Так, что мы можем сделать? Сделаем так, это раз. И сделаем вот так, это два. Поехали. Может быть, надо было наоборот мне вначале поставить этого. А на него не влияет, по-моему, да? Где моя твою налево защита, а? Серьезно? Наивный, блин. Как 3 копейки. Такс. Ну что, этого бомбанем, наверное, или как нам лучше сделать? Или как нам лучше сделать? Так. И так, что ли?
У него вирус, наверное, есть, ребят. Нет, все-таки валун у него был. Вот, что у него еще есть. Ага. Так, ну что, защита срабатывает. Я не знаю, ребят, что там нам дальше достанется. Может быть, защита, может быть. Понятно. И вот здесь уже проблема. Это, конечно, хорошо, ребят. Это, конечно, хорошо, что вот эта штука выпадает, блин. Неужели у него вирус? Смотри, 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 как разошелся. Вирус. Не удивлен нисколечко, ребята. В следующем выйдет вот этот у нас паренек. Поставлю я его вот сюда. Хватит ли у него на вирус? Наверное, хватит. Можем орех, конечно, применить. Сюда вот. Блин, ну стоит ли мне этот орех применять? Давай я так, наверное, сделаю. А вот зачем вот это я сюда поставил? Объясни мне, пожалуйста. По-моему, это было очень, ребята, глупо с моей стороны. Вам не кажется так? Вот мне кажется. Да, сглупил я, конечно, чуть-чуть. Видишь, мне тут никак не сделать, ребят. Хотя, подожди. А, он же вирус применил там, да? Ребят, мне сюда не поставить никого. Поэтому я проигрываю. К сожалению. Да я смотрю, у него тоже там ничего не было. Нечего было поставить. Так, ну что, цитрон, мы... Так, разыграли растение на воде. Так, а вот 20 единиц урона мы не нанесли. Поэтому придется нам дальше играть. Все виной было то, что я не взял, ребята, ландшафт. Вообще не взял. Вообще его не было. И, скорее всего, вот это вот было лишнее. Вот это вот. Это было лишнее. Так, ландшафт. Ну вот у нас тут есть раз. Раз, может быть, вот этого взять. Или вот этого даже. Прикрываться за орехами. Ну, как вариант. Раз. Ну вот это тогда придется, наверное, еще взять. И все-таки шипы. Ну, давай шипы возьмем. Два ландшафта, конечно, мало на самом деле. Должно быть как минимум 4. И желательно разных. Или одинаковых. Ну кому как удобнее, блин. На зомби, например, я люблю брать два одного вида, два другого. Так. Слушай, давно я не видел, ребята, бессмертию. Ох, давненько я с ним встречался. Зачем тогда мне вот этот хламон здесь нужен?
твою, ты... Ты издеваешься. Да, он просто надо мной издевается. Ну, что, давай так сделаем. Выставлять зомби, да ладно, бог с ним. Тем более ботаника вызвал. Тем более он вызвал ботаника. Ну что у него там? Челюсти, наверное, будет бабкины применять, да? А, вот так вот даже. Хорошо. Давай еще разочек. О, кончились, понял. Так, что дальше он там сейчас придумает? Ну, если я вот так вот сделаю. Ну, конечно же, челюсти. Как кто бы сомневался, ребят? Кто бы сомневался, что он возьмет челюсти? Ладно, фиг с ним. Окей. Так, о. Я его понял, ребята. Так, а мы доборчик с тобой потихонечку будем брать. Так, это у нас командный чувак или нет? Я вот не помню. Я вот этого не помню. Так, давай посмотрим, командный он. Медвежья ягода нифига не командный. А ты? Боярышник тоже какой-то мутный чувак. Короче, нету никого у нас тут в команде, к сожалению. Попробуем сейчас что-нибудь дозамутить. Размещает зомби-астронавта. Только не говори, что у тебя еще там вирус есть. Вот так вот. Еще шаманство. О, кукурузочка. Слушай, ну кукурузка, это, ребят, всегда хорошо. Карты какие-то дурацкие выпадают на самом деле. Просто дурацкие выпадают карты. Ну что, я не знаю пока, что еще тут нужно выставить. Ягоду. Он все вытягивает, все вытягивает. Все что-то хочет, блин, найти. Выкопать, блин. Заморозка всех растений на земле. Ну хорошо, урон ты не получишь, я понял. Зомби, ну ставь зомби, хорошо. Рикошет, ну кого ты отрикошетишь? Ну нормально.
Так, ну что, время кукурузы, наверное, да, настало или как? Блин, у меня уже скоро карты некуда будут ложить. Ну, вызвал ты этого пугала огородного. Хорошо, допустим. Допустим, вызвал ты этого огородного пугала. Так, разыгрывать там кого-то собрался. Клоуна своего, ну конечно же, кого еще он может разыграть? Клоуна взорвем через мину. У него одна карта, так что нормально там. Ну что у него там? Летучая мышь есть, там еще что-то есть. Ну да, летучая мышь. Ну и пускай выставляет ее. Так, мы можем через орех, в принципе, ребята, уничтожить. Как бы... Нам ничего не помешает это сделать. Так. Оп. Понял, да? Так вот сделаем. Бонусной атаки, надеюсь, у него нету там. Не хотелось бы, ребят, чтобы она была. Поехали. Что он на это скажет? Понял. Так, орех. Орешек мой, орех. Он никого не стал выставлять, да, ребят? Никого. Вот это сейчас что я сделал? Тупанул, да? Конечно, тупанул. Ну и вот так вот. Ой, посмотрим, что там у него осталось. Шаманство двух способностей. Так, 4 и 2, 6, да? Ага, зомби. Ну, пускай выставляют зомби. Так. Ну, в принципе, наверное, ему и крышка, ребят. Что ты скажешь, если я поставлю, например, вот так? И, к примеру... Блин, что бы тут, к примеру-то поставить? Даже не знаю. Ну, вот так вот, если... И две карты добора. И вот так еще. Что он будет делать? Интересно мне просто посмотреть. Ничего. Даже защита, как говорится, на нем не сработала. Отлично. Ну что, задание мы выполнили там или... Ага. Взрывоцветным растением героя. Выиграйте игру. Взрывоцветным. Кто у нас взрывоцветной? Цитрон, получается, не взрывоцветной, да? Это, наверное, бабах, скорее всего, у нас взрывоцветной, да? Да, бабах у нас взрывоцветной. Ну что? Попробуем выиграть. Я, правда, не посмотрел, что за колода у него.
Ой, блин, великанус-то нафига мне давать, ё-моё. Ну, великанус это... Это плохо, ребят. Великанус это плохо. Кого он сейчас там будет выставлять? Ну, не знаю, кто там у него, ребят. Ага, мишень. Ну что, тогда ему крантарики сейчас будут. Мне будет чем... Или... Сейчас посмотрим, что он поставит. Вот так вот, да? Он решил. Так, ну этого однозначно сначала оп. А потом вот этого вот хлоп. Поехали дальше. Мы можем всегда прикрыться, ребята, если надо будет. Как бы это не проблема. Ну что, шваркнем, наверное, его, да? Что у него там, заклинания-то какие будут? Ну вот он выпускает. Погнали. Пиу. Пиу. Что там поставишь-то? Ты вот это вот давай, завязывай, бросай. Дурковать-то мне здесь. Ха-ха-ха, рикошет захотел. Чё у меня за колода-то какая-то странная, непонятная, ребят. Так, что у него там остается? Блин, он же мелкого может этого партизана своего призвать. Нам бы сюда поставить вот этот бы. Вот это было бы... Смотри, смотри, что делает. Смотри, что он тут вытворяет. Я не знаю, кто у него тут, ребят. Скорее всего, тот чудило, который призывает. Скорее всего. Что делать-то? Давай так поставлю. Рикошет. Ну что, вы, а вот этого уберет, конечно же. Как, кому же еще он будет убирать? А мы потом его сюда поставим. Кукурузу пока не могу поставить, ребят, не получится. К сожалению. Но он может и сейчас в надгробии его спрятать. Так оно и есть, ребят. Угу, так оно и произошло, да, получается? Ну, давай я сюда поставлю. Так. Так. И вот так. Зомби наносит бонусную атаку. Угу. Теперь сделаем вот так вот. Куда ты ее, твою, налево, блин, мина? Неужели у него еще один кладовщик этот будет? Да ты заколебал, а? Рикошет, что ли, там у тебя? Блин, у него, скорее всего, рикошет, ребят, там будет. Ну, делать нечего, давай попробуем.
О, заморозка у него, оказывается. Плохо дело у нас, у меня точнее. Да ты заколебал, а? Ну тут опять заморозка, ребят, 100% вам говорю. Как бы тут лучше сделать-то? Этого однозначно уничтожать надо. Это по-любому просто, ребят. Три, у меня три еще останется, да? Что я могу на три поставить? Понятно. Даже если поставлю вот этого сюда. Оу, ноу. Я оплошал, ребят. Я думал, что здесь у него заморозка будет. К сожалению, я оказался неправ. Ну что же поделаешь. Ну, всякое бывает. Бывают выигрыши, бывают проигрыши. Так что бабах. Я просто не понял, что у нас вообще за колода такая. Вроде бы как будто на орехах. И в то же время не могу врубиться. Вот что у нас вот здесь вот. Вот тут вот на орехах. А здесь-то что такое? Да как бы тоже на орехах, но... Какая-то неудачная. Ладно, давай попробуем вот в эту версию поиграть. Хил мне не достался, к сожалению. Орех мне этот тоже не выпал. Зеркальный, как бы все через одно место пошло. Нептусь. Ну вот что это, ребят? Ну, что вот в данный момент... Блин, ну пипец. Ты... Дали мне... Молодцы, дали мне заплатку и... Кучу того... Ну ладно, это я могу воспользоваться. А вот это-то... Точнее, заплатка или вот... Не знаю. Вот в данный момент вот это вот вообще не в тему, ребят. Ну не тратить же ягодный микс сюда, потому что это бесполезно. Я в шоке, что даже ничего не могу сделать. У меня нету ни ягоды, ни ореха. Орех, фиг ли от него толку-то от этого ореха. Кровожадность, прочерк у него еще здесь, представляешь? У меня хоть ландшафт-то есть у тебя, а? Орех, о, этот, бабах. Скажи-ка мне, блин, на милость. Так, он что там, хочет кровожадность врубить? Давай посмотрим. Опа, опа. Давай, 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 прокачивай его. Прокачивай помощнее, чтобы можно было потом звездануть по нему. Я мину сюда поставлю. Если она сейчас выпадет, мину, ребят, поставлю. Так. Что там, кто-то кряхтит? Слышал, кто-то кричит, как бы. Тю, тю. У него есть пузырь, по-моему, да? Что он может сдвинуть. Вот так вот у него даже есть. Так, это пугало надо увалить. И орех сюда поставим. Я же тебе говорил, есть перемещение у него. Ну это, ребят, изначально уже было ясно, что какой-то бред полный. Полный бред, потому что, ну... Что это мне выпало? Вот здесь вот можно еще воспользоваться.
Вот так еще можно сделать. А толку-то от этого, блин? Сейчас будет добор делать. Ну давай сюда бомбанем. Ага. Вот такие вот пироги, друзья мои. Ты, блин, серьезно? Твою налево, вообще все через одно место, ребят. Два росточка, блин, как вы мне сейчас дороги эти два росточка. Серьезно? Еще не легче. Еще не легче. Я не знаю, кто там, что там у него, ребят. Поехали. У него, блин, заморозка, а. У него твою налево заморозка. Все, блин. Кранты. Я думал, сейчас воспользуюсь на следующем ходу вот этой штукой, но, видишь, не получится. К сожалению. Нет, получится, но... Бред полный, ребят. То, что я здесь вот это сейчас применю... Все, вот и приплыли. Ну, фиг ли, он нахапал за этими ублюдками здесь. Я не знаю, где ландшафт у этого бабаха. Вообще ни одного ландшафта нету. Просто ни одного ландшафта. Бабах, вот ты мне объясни, где вот твои ландшафты все, а, которые должны... Подожди, я сейчас, ребят, просто гляну. Два ландшафта есть. Но два это мало на самом деле. Два это мало. Так, то же самое, да? Подожди, я что-то не понял. И там одинаково? Че? Ну да, ребята, получается как-то два одинаковых ландшафта. Сейчас, подожди секундочку, я кое-что переделаю. Вот это вот нафиг нам не надо, столько их. Это нам не надо. Зачем мне столько этих-то? Сейчас, подожди секундочку, сейчас сообразим, что нам надо, что нам не надо. Вишенку, вишенку я брать не хочу. Три могилоеда, блин, прикинь. Орехи, орехи, орехи. Все на орехах, блин, на этих построено. Ну, давай попробуем так.
Я офигею, ребята, высшая лига, 20 ранг был, скатился до 11-го. Буквально за пару дней. Вы опять начинаете за свое, а? Не, ну в принципе для профессора мозговая атака вот эти вот ребята очень как бы неприятны. Повышает ему заклинание на 1 единичку. Они как ком в горле будут для него. Естественно, он будет всячески пытаться уничтожить. Как говорится, к бабке не ходи. Угу, видишь? Вот и я об этом же. Вот когда нужен кактус, его нету. Че он вылез-то здесь, я не понимаю. Ну давай так вот сделаю. Энергию берет дополнительную, хорошо. Еще вытягивает 2 карты. Я тебе говорю, ему этот орешек маленький поперек горла стоял. Угу. Ты думаешь... А, ну он сейчас будет хапать энергию, ладно. Такс. Деборчик пошел. Этот будет ему приносить энергию, по-моему, да, одну? Так, ну что, щелкнем сюда, наверное. Вот так вот сделаем. И поставим вот сюда. Блин, ландшафт хороший, но как-то вот немножко не вовремя он выпал. Опа, танцор диско. Все дела, да? В кого ты, гаденыш, хочешь мне превратить? Объясни, пожалуйста. Не знаю. Что он там с ними хочет сделать? Бонусную атаку. А зачем он это сделал, я не могу понять. Он хочет Эврику, что ли? Сработала защита. Все, я понял. Три, три, семь было бы, да? Он их хочет превратить, ребята, в зомби. В гаргантюахи. Это я тебе точно говорю. Давай смотреть, в кого он их превратит. Надеюсь, у него не будет здесь этот зомбобот, а то трэш. Вот он как делает. Бонусной атаки не должно быть, да, у него? Угу. Такс. Кукуруза выпала. Это хорошо, конечно. Т
Так, ну что, я предполагаю, надо сделать вот так вот. Потом просто поставим с тобой две кукурузы сюда и все. Ну, если, конечно, он ландшафт это сейчас не заменит. Или сейчас в гаргантюак превратит. Сейчас что-то будет, ребят. Что-то сейчас будет такое довольно неприятное. Нет, не превратит. У него не хватает, ребят. Зомби-астронавт размещает. То есть, как бы фокус не получился опять у него, я смотрю. Ты серьезно? Ты еще один ландшафт мне сюда подкидываешь? Уже не знаю, что здесь, как здесь сделать. На. Куда его поставить-то, не знаю. Сюда, наверное, вляпаем. Ну и все, ребят. Вот и нормально, в принципе. На любую линию. Либо сюда поставить, либо сюда. Куда хочешь. Две кукурузы ставишь и балдеешь. Логично? Логично. И он прекрасно понимает, что это все, это звездец. Как ни крути, но тут не выжить тебе, парень. Прикинь, у него сейчас... Да нет, зомбота у него нету. Да и выставить он уже не сможет, потому что сейчас у него момент истины на применение заклинания, а не выставление зомби. Так что... Ну вот, что он делает. Это последний крик о помощи, который он сделал. Все, ребят. Победили. Не скажу, что, конечно, все на изи, но, тем не менее, ежедневку сделали. И, как обычно, ребята, ждем окончания сезона через 3 дня. Будем смотреть паки. Будем смотреть, что нам выпадет. Надеюсь, какие-то легендарные карты. И это будет круто. Ну, а на этом, друзья, я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.